четверг вечером на улице Джамбула из-за нечищенной после коммунальной аварии дороги в трамвайный вагон врезалась Toyota Caldina. Пассажиров в пятерке было много. Начинался час пик. Вагоновожатый, который работает на линии уже четверть века, остановил КТМ максимально мягко. Я остановился, он уехал, его понесло боком. А в вагоне пассажиров много было? Полный вагон. Пострадал кто-нибудь? Никто не пострадал. Понятно. И как добирались? Он был скользом. Скользом, да, у нас? Да. Понятно. Так что удара сильного не было. По признанию кондуктора, пассажиры больше внимания обратили на незапланированное торможение, нежели на удар. Он и в самом деле был щадящим. С вагона сорвала панель фальшборта, которая прикрывала техническую нишу. Ход КТМ не потерял и остался на рельсах. А вот Toyota Caldina после удара оказалась на обочине. Машину, судя по следам, бросала нещадно. Здесь на асфальте имеются внушительные ледяные бугры. Это замерзшая после порыва трубы вода. Коммунальная авария случилась у дальдизеля еще во вторник. Вблизи источника течи лед был счищен, а на удалении остался нетронут. Спускался. Вот. Я здесь редко езжу. Тут, говорят, прорвало воду недавно. Оттуда ехал. Ну, 60 скорость, как обычно. Налетел на бугры ледяные, потащило. Ну и в трамвай зацепил, вылетел, отскочил в другую сторону. Быстрее автоинспекции на место ДТП приехал уполномоченный парламентер трамвайно-троллейбусного управления и перехватил инициативу. Пострадавших нет, разногласий относительно виновности тоже. А значит, можно обойтись без ГИБДД. Каждая минута простоя скапливающихся вагонов играет против финансового благополучия автолюбителя. Ждать выездную дежурную часть может оказаться дороже. Выехав на место ДТП, мы пришли к единому мнению с водителем автомашины, как бы об его вине, и решили данный вопрос как бы на месте. То есть водитель оплатил простой ущерб трамваю, простой составил 40 минут. Вечер у автолюбителя, который направлялся на занятия по фехтованию, был безнадежно испорчен. Калдину мужчина будет продавать. Совсем недавно он попал на ней в другую аварию. Невнимательный шофер врезался в багажник Тойоты. Теперь вот еще и трамвайная напасть. К 19 часам движение по линии 5 маршрута было восстановлено полностью. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов.